Так. Бежи, 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 бежи! Да, да что ж такое? Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Корзик, Мишка, Фредди, Аим. Пацанчики, поздравайтесь! Всем кайф! Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Мы взяли карту, где есть вентиляция и две двери. Пацанам сегодня придется не сладко. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, по старой схеме у вас должна быть одна дверь открыта. Ой, не туда попал. Ого, тут вентиляция, оказывается, можно было и отсюда, и отсюда. Двери должны быть закрыты. Вот молодцы. Пацаны не знают, как двери закрываются, но зато я знаю, как их мочить. Ребята, ж вы видите, с нами записывают новенькие игроки. Так что если вы хотите с нами записывать классные рубрики веселые, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Всем рады. Скоро 30 тысяч, давайте добьем. Так, видите, я приближаюсь. Молодцы, молодцы, это уже мне нравится. Так, давайте возьму большого аниматроника, чтобы было проще, потому что вентиляцию мы оставим на попозже. Вот такой у нас есть. Привет. Замочил. О, привет. Замочил. Пацаны, закрывайте двери. О, привет. Замочил, успел. Будьте внимательны, ставьте, один стоит на камерах, а двое закрывайте двери, так будет проще. Ладно, ладно, будем считать, что закрыл, еще чуть-чуть и не успел. Бегу, 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 я к пацану. Опа, молодцы, учитесь прямо на глазах, красавчики. Пацаны сегодня молодцы, успевают, поняли мой ритм, что надо очень быстро закрывать двери. Ого, она большая. Еле вижу камеру свою. О! Вот. Включаемся. Ля-л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 я. Пацаны еще не поняли, что я их щадить сегодня не буду. Буду мочить до последнего. Я завис. А я нет. Отлично. Так, давайте возьмем Фокси. Он намного быстрее бегает. Так, вот так, давайте злостный режим. Вот, отлично. Ну что, пацаны, Фокси в действии. Опа, опа, побежал, побежал, побежал. Закрыто. Не хотите открыть мне двери? Не-а. А я буду вам танцевать здесь вот так вот. О, спасибо. Зачем ты открыл двери? Нельзя открывать двери, когда Фокси злой. Опа, быстро долго не могу бегать. Опачки, вот такой режим. А смотрите, как я могу. Открывай двери. Я пришел, вам принес хлебушка. Это я свой, пацаны. Опа. Не уверен, да? Хорошо, я сейчас побегу на другую сторону. Вот мне нравится обдавать поцелуев. Обдурили дурака на 4 кулака. Не хотите, да, открывать меня? Так громко стучит, мне это нравится. Уп, я думал, откроет дверь. Еще бы чуть-чуть, я открыл бы двери. О, молодец! Молодец, моя школа. Сегодня один охранник против вас играет, я так заметил. Еще б чуть-чуть, я уже хотел удар нажимать. Фокси сегодня неугомонный, будет ходить вам и стучать, двери ломать. Все решетки поломаю, можно удалить? Только дверь удалить можно. Да что ж вы своего закрыли? Так, я взял аниматроника. О, ты успел, смотрите, они прям уже прилобались, а понимают, что надо очень быстро реагировать. Так, сейчас к вам придет... К вам сейчас придет кошмарный балунбой. Hello. Hello. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Так, побежим на эту сторону.
Ладно, будем считать, что успели закрыть. Придавили мне новую ногу, ляжку. Ну что вы своего... Да ну блин, я хочу все-таки вас успеть всех троих замочить. Так, сейчас я вас подловлю, когда я вас всех троих убью. О, привет. Убийца, аниматроник, я тебя убью. Убью. Так, а получается дверь сама открывается со временем, да? Да. Один надо, чтобы нажимал. Вот так вот с каждым, кто не понимает, как пользоваться дверями. Пацаны, как вы думаете, где я? На вентиляции. О, привет, как дела? Эй, это вы закрываете, что ли? Она сама закрывается, ну давайте проверим. А, сама. Если я прыгну из вентиляции, и вы будете в офисе, я вас убью. Если вас в офисе не будет, я вас убивать не буду. О, привет. Вот молодцы, пацаны, кто не за... О, я тебя увидел! Ля крыса! Молодец! Видите, один сразу догадался, что надо текать с офиса. Чё, видно, да, меня? Хотел пацанов обмануть, не получается. Очень прохаванные. Оп, ты! Эй, защемили ноги. Хорошо, хорошо, давайте по-другому сделаем. Сейчас мы возьмем. О, у нас есть 8-битная Scrap Baby. Она никакие звуки не издает? Нет. Издает звуки. О. А я могу дверь открывать на этой стороне, не? Хорошо, хорошо, ухожу. Не получается вас обмануть. Вот хитрые пацаны, хитрющие. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот ты смотри, а! Хорошо, она очень медленная. Кто? О, магическая мангал. Очень крутой аниматроник. Вокруг нее еще должны ножи летать. Убрали ножи, что ли? А были же ножи. Пошла, пошла, пошла. А, вот магическая мангал с ножами и пилой. Эй, открывай. Хорошо, хорошо. Во, озвучка классная. Так, сюда идем. Ну-ну-ну-ну-ну, быстрей! Да что она такая медленная? Я хочу пилой запилить. Видите, у меня пила в руках? Сейчас я вас запилю. И ножами закидаю. Давайте на эту сторону. Давай, быстрее! Да ж... О, давай, жми. Сейчас дверь откроется, я вас убью. Я знаю, что дверь открывается со временем. Вот такой даже доли секунды хватило для того, чтобы убить пацанов. Так. Всех убил, да. Это же магическая манга, она магией мочит. Ну что, открывается дверь? Давайте еще раз подождем, сработает или нет. Ждем. Ого, а ножи пролетают через двери? Так, ждем, сейчас дверь... Дверь открылась. Кстати, убил двоих, третий молодец. Выхватил, что сейчас умрет. Так, о, марионетка. Очень классный аниматроник. На тебе, не умеешь играть, не играй. Еще одна. Вот ты смотри, молодец. Тут чувак очень хорошо играет. Прям шарит. О, привет. Полез. Слышно вентиляцию, что я лезу? Да. Отлично. Вы же помните, если я сейчас прыгну, вы умрете все. Опа. Так, никого нету? Никого. Хорошо. Сразу закрыл. Ты чё ты быстрый какой, а? Ты смотри, я наигранный. Я тебя не увидел. Ля-ля-ля. Дверь, дверь! Да что вы, одурили меня? О, привет. Эй, я застрял. Отлично. О, давайте его отсюда посмотрим. Обманем их. Чё, где я, вы знаете? Я знаю где. Где? В вентиляции. Нет, я тут. Красиво, красиво замочил. Так, сейчас буду ждать, только открывается дверь, я забегаю и мочу их. Эту надо самую аниматронику. А ты, блин! Ждем еще раз.
Так. Бежим, 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 бежим! Там, да что ж такое? Я тебя увидел, в этот раз я видел. Ты в кустах заныкался, там дерево растет, и ты на него сел. Так, хорошо, хорошо. Это Фукси, фантаст. Убийца идет. Киборг-убийца приближается. Слышно звук? Я слышу. Да вы что жмете по 100 раз кнопки? Отлично. Вы кто? Я пришел вас убить. Вот молодец. Вот молодец. Че будете делать? А? Дверь закрыта, я сейчас сам эту дверь закрою. Аниматроники сегодня в ударе. Убили всех охранников. Никто ничего не может им сделать, потому что я убийца охранников. Так, сейчас будет последняя схватка. Пацаны, надеюсь, вы сможете продержаться. Я не буду стоять возле долго дверей, но вы должны угадать, с какой стороны я буду бежать. Давайте тогда возьмем в меру быстрого, чтобы у вас было время среагировать. Во! Вот, в меру быстрое. Бегу, бегу, бегу. Успели. Сейчас, ребята, моя цель их обмануть. А я бегу за Чику, бегу. Ля-ля-ля. Ну, молодец, молодец, шарит. А я бегу за Чику. Прикольно получилось. А я подближаюсь до пацан. А я бегу на другую сторону к пацанам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А ты смотри, шаришь, что я хочу обмануть. Хорошо, хорошо. Так, этот режим, наверное, очень быстрый. Хорошо, давайте вернемся назад. Я испугался. Чего ты ссышь? Я так 100 раз сделал. 4 режима. Хорошо, хорошо. Сейчас я вас обману. Бегу, бегу. Кстати, скорость очень ограничена, так что у вас есть шанс выиграть. Давай, давай, давай. Один был охранник на воле. Я увидел вас, я не должен вас видеть. Если вы не в офисе, я вас мочу. Отлично. Бегаю по кругу и просто нагибаю всех. Что это творится? Отлично. Аниматроники сегодня мочат всех. Вот это я разошелся. Ребята, если понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубы ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.